забрал заказик, даже там три заказика по факту. Здесь нету съезда. Вот оно что. Я тут понял, в чем прикол. В чем не прикол, точнее, этого пешеходника? Как-то отвратно асфальты кладут, совершенно непонятно. Непонятно, как они это делают. Ехать сейчас надо на Энгельса. Прямой. Думаю, через лесную поеду. Сильная. В принципе. Можно покатать. Второе блюдо бесплатно. Евразия. Ха-ха-ха. Я тут подумал, сколько я могу роллов съесть за раз. Я думаю, минимум 1,5 кило, минимум. ДПСника, без рукавочка, обтягивающая, с кепочкой угольной, прям секси.
куда чувак поехал? Тупик. Вот по навигатору всякие ездят, понимаешь? И все. И без навигаторов не могут понять, что куда. Да, сразу вспоминаешь, когда бомбу закладываешь в тачку. И типа это. Миссию выполняешь. Строят. Строят и строят.
прилечь отдохнуть, я понял. Самокат-чемоданчик. Пока проверю заднюю попу. Что-то два раза подскочил. И как-то это страшно.
зацепку надо будет менять относительно скоро, через пару тысяч км, через пару недель по факту. Что еще здесь? Едет вроде нормально. Сборочку собрался, как хотел. В принципе, доволен. Свои функции выполняем, ездят, крутят. В принципе, нормально. Тормоза новые. Колеса нормальные, кухня тоже. Интересные, короче, в городе места попадаются такие, даже непонятно, что за халустья, какие-то гаражи, что-то еще непонятно, что есть. Мойки какие-то. Скоро вообще какой-то типа общаги непонятно, школа общага. Мостики такие еще старенькие, достаточно. Большой Самсоневский заканчивается. Со Светлановки начинается Энгельс, или даже раньше Энгельс начинается. Могу на тротуар ехать.
заканчивается по Питеру.
бы заехать так. По идее, должен. Дуката боксер джампер. Вау. Зачем я это прочитал, не знаю. Это оно. Волшебный дворик Озерков.